Девочки, я нашла идеальный продукт, который избавит вас от сухости под глазами. Сейчас зима, я думаю, многие столкнулись с этой проблемой. Ну что, раскрываем секрет. Я заказала вот такие вот гидрогелевые патчи. Они содержат гиалуроновую кислоту, коллаген и кофеин. И они просто офигенно увлажняют кожу. Но сейчас мы, конечно же, все это проверим с вами. Так, открываем баночку. Внутри мы находим с вами ложечку, которую мы будем подевать в патчи. Только посмотрите на этот цвет, я в восторге. Кстати, тут много сыворотки, это тоже огромный плюс. Берем ложечку, поддеваем патчи и накладываем их на лицо. Так, я уже подела патчи ложечкой, теперь я взяла их в руки и аккуратно наношу. Можно этой стороной наносить к внутреннему уголку глазу, также можно к внешнему. По инструкции патч нужно держать в районе 20 минут, что мы с вами сейчас и сделаем. Итак, прошло 20 минут, сейчас мы с вами проверим результат. Аккуратненько поддеваю патчи и снимаю. Изначально, когда я их клеила, патчи, то они были максимально напитаны сывороткой. Сейчас они просто полусухие, вся сыворотка впиталась в кожу. Вот это я понимаю результат. Кожа под глазами стала максимально увлажненной, мелкие морщинки ушли, общий вид стал здоровый, бодрый. Я максимально довольна. А вот сами патчи.